В регионе стартовал ежегодный конкурс «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья». Он проводится уже в четвертый раз по инициативе Министерства ЖКХ. Несмотря на то, что конкурс только начался, заявок подано гораздо больше, чем в прошлом году. Конкурсный отбор пройдет в два этапа. На первом – лучшие подъезды выберет конкурсная комиссия. На втором – на портале «Добродел» жители проведут голосование, по результатам которого определится лучшие подъезды Подмосковья. Участие в конкурсе добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль реализации непосредственно жителями МКД. Они же сами выбирают колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил и другое оформление.